Первое, сложно с заказчиком. И мы не со всеми работаем. Если на какой-то на начальных этапах я понимаю, что я не могу ничего предложить интересного заказчику, или мне неинтересно с ним работать, или у нас расходится мировосприятие, то мы не работаем. То есть мы стараемся с этими сложностями не сталкиваться. Это первый этап, то есть с проблемами. Да, есть моменты в рамках уже проектирования. Мы очень часто экспериментируем. Мы находим какие-то новые технологии, новые решения, которые мы еще не пробовали. Конечно, при каждом эксперименте, когда ты начинаешь там что-то новое делать, не всегда понятно, как это сделать поначалу. Ну, то есть есть такое вот изобретательство включается. В принципе, каждый проект для нас это вызов. У нас очень много проектов, где мы работаем на сегодняшний момент там, на пределе своих возможностей. Мне это нравится, это тяжело. Но благодаря этому создаем очень много действительно крутых, интересных вещей. Проблема – это наш друг.